Токи может только наблюдать. Ахмед вламывается. Я думаю, как-то через стенку его прошибить. Да, надо попробовать будет это все сделать. Сюда. Сюда беги. На лечениях. Вот, хиткраб будет прикрывать тебя во всех твоих диверсионных задачах. Перезарядимся. Пока есть такая возможность. Так, ну и все, пропускаем, в принципе. Извини, мне придется проконсультироваться с другим медиком. Еще ближе подобраться и гранатами закидать. Это тоже с близкого расстояния опасно, блин, эти панцирклявусы очень опасные штуки. Гарри, ну как ты уже вылечишь этого дурачка? Когда ты его уже вылечишь? Я хороший медик, не волнуйся, все будет в порядке. Да ты что? Извини, мне придется проконсультироваться с другим медиком. Извини, мне придется проконсультироваться с другим медиком. Похоже, сейчас тебе нужен не врач, а священник. Блин, бесполезная эта штука. Так, Ахмед, давай поднимайся сюда. Открыть, открыть. Так, вроде безопасно. Вот в эту дверь я уже зайду. Сделано! В следующем ходу. Так, сюда давай сразу хаткрабик. Рукком. Блин, пока тебя лечат, ты бесполезен. Так, я сохранюсь, наверное, и попробую Рокко еще забрать вот этот плазмоганчик. Хотя плазмоганчик не получится. А я могу его использовать? Да, я могу его использовать. Офигеть. Фигово, что зарядов так мало. Так мало, жуть. Сколько тут? А нет, в принципе, 16. Нормально, должно хватить. Еще один заряд забрать, и будет вообще зашибись. Работать надо, и все будет отлично. Я засветился. Окей. Здесь выживет. Неужели не так далеко стрелять будут? Похоже, мне придется отлучиться. Присмотрите за моими медалями. Охренеть. Это близко уже тут был. Тут этот меткий. Эти вроде не стреляют, а этот стреляет, и он очень меткий. Здесь больше не будет стрелять. Блин, стреляет. Что мне с ним делать-то? Так, что там у тебя? О, ах, черт побери, только убегать. Я еще молодой, есть чему поучиться. Да уж, есть чему поучиться, ладно. Я хороший медик, не волнуйся, все будет в порядке. Похоже, сейчас тебе нужен не врач, а священник. Рокко вроде вылечился уже полностью. Надо бы попробовать его этим... Эх, черт. Панцерфаустом запулить в этого робота, роботеха. Так, ну сначала нужно снять вот этого упыря, вот тут то, что... стоит, а его можно, в принципе, и снизу снять. Его главное услышать. Чё, это лучше. А услышать его сможет Ахмед. Так, сохранимся. Ахмед, заходи сюда. Да. Как скажешь.
Чуть. Как скажешь. Отойди. Повернись. Как скажешь. И давай, короче, сделай дырку. Нормально. Токи. Это бесполезно, в принципе, стрелять по этим панцирам. Все равно не пробил. Да, вот эта встреча, конечно, с серьезным соперником в Уральских горах. Я замечен. Ой. Блин, лишь бы они в токи не попали, он же сдохнет, он слабачок. Еще. Нет, нет, не попадите, нет, не надо попадать. Упорство, дорога к успеху. Черт, да сколько можно его? Да сколько вас там? Как вы поместились в этом здании? Столько, такая куча, так вот трупов уже, не знаю где хоронить. Так, Токи, давай скрывайся, не знаю, это сейчас опасно. Хорошо. О, скрылся. Мои достижения преисполняют меня смущением. Скрылся, это уже неплохо. Вижу противника с аурой слабости. Давай, падай ниц. Рейнхард, что там тебя лечит? Гарри. Давай, вылечи его полностью. Я хороший медик, не волнуйся, что? Все будет в порядке. Рейнхард будет пытаться попасть. Их ферштеке! По этому роботу. Да, 12%. Сейчас попробуем. Так, Хэдкраб, Ахмед. Ахметушка, Ахметушка, мне нужно увидеть, кто тут. Теперь буду еще опаснее. Нужно увидеть этого чувачка. Туда попасть уже никак не получится по-другому. Рокко с панцерфаустом. Насколько далеко ты стреляешь? Довольно, блин, хреново стреляешь. С панцерфаустом. Это очень близко подходить. Близко подходить, то есть надо отсюда. Да. Блин, как же его убить, если они так, блин, офигенно стреляют метко своих гранатометов сдалека. Если бы они хотя бы косили. О, вот бочки, блин, я вот насчет бочек не посмотрел. А вот бочки стоит сейчас расстрелять. Блин, это прикольный хинт получится. Так, кто у меня сможет по бочкам попасть, Хэдкраб? Нет, что не получится. Никак, только отсюда. Только сюда. Рокко. Может ты? Так, Рокко, ну ладно, ты заходи тоже сюда. С каждой новой войной я все лучше становлюсь. Да хорошо бы, чтобы ты оставался в команде с каждой новой. Так, ну блин. Фигово, конечно. То, что я не знаю, где этот снайпер. Он реально мне мешает очень. Поэтому пропускаю. Далеко побежал. Блин, засветил. Я замечен. Черт. На мясо кидают, блин. Начинают бомбардировку. Реально, если попадут в него, то, ну, он же мягкий, как вата. Токи, наш разведчик. Блин. Меня слегка зацепило. С пистолета зацепило. Да как он попал вообще? Блин, реально думал, уже занял нормальную позицию, а они начинают опять меня оттеснять. Рейнхард, ну,
что там? Ух ты, 25%. Я думаю, только поэтому и буду стрелять. Он самый меткий и самый опасный. Да, 48, еще лучше. Вот как надо стрелять. О, блин, тяжело ранен. Вот, вот, да, без этого оружия я бы с этими панцирами не справился бы вообще. Может и справился, но надо было, наверное, такие танцы с бубном сотворить, что я даже не представляю, как бы это у меня все получилось. Так, их нет, мне, блин, как-то... Вообще сделал такую дреху. Все равно я не вижу этого. Хреново. Так, кто-то у меня еще Рокко зашел, да? Ладно, Рокко пойдет на второй этаж. Так, откровенно. Стоишь, ничего не делаешь. Ну давай, что ли, это. Ящики. Так, я только что даже не понял, что я сделал. Неужели оно все было заминировано? Черт, я просто стрельнул в ящики. Вот в эти. А взорвалось почему-то тут вот это все. Как так получилось? Ага, тут вейп, блин. Ну и как так получается, что... Это, ну блин, это какой-то заговор. Реально. Жаль, что я не могу в это стрельнуть. Блин, опять все что ли сначала? Так, ладно, тогда будем по-другому действовать. Я еще молодой, есть чему поучиться. Это точно. Ты, Ахмед, не будешь выходить? Сделано. Ой-ой, нет, ты только повернешься сюда. Где у нас Хаткраб? Хаткраб, ты будешь, в принципе, наготове. В следующем ходу, конец хода. Перехват, Токи. Блин, если бы ты мог попасть, Токи. Где ты? Ага, вот. Если ты сможешь попасть, F5 нажмем. Вот по этим ящичкам, тем... Блин, взорвать бы это все к чертовой бабушке. Мои достижения преисполняют меня смущением. Блин, нихрена не пробил. Так, этот жив-здоров, да. На него надежда единственная. Падай ниц. Следующий ход будет для тебя очень важный, Гарри. Так, что там у нас с Рейнхардом? Основные эти вылечил. Ой. Где ты? Вот. Не отходи от кассы. Давай быстренько его золотай. Ахмед. Все, все готовы, в принципе, я тоже готов. Сохранимся. Сейчас начнем веселье. Так, ну. Ты должен был кого-то увидеть там перед собой. Ты никого нахрен не увидел. Какой тебе толк? Так. Ага, вот тут еще одно оружие. Я лучше сбегаю за этим оружием. Оно более действенное, чем даже пулеметы. Я, блин, надеялся, что пулеметы будут прошивать
а то не знаю, таких роботов, черт побери, эти панцири. Я ошибался, и это печально. Токи, ты только живи. Давай еще раз попробуй, что ли, сюда стрельнуть. Хорош, я то, что хотел, то и получилось. Жаль, только панциров мне никак не задел. Было бы неплохо, если бы я задел. Это что это за ящики такие? Там что-то реально заминировано все полностью. Здания, везде все здания, это детонируется все одновременно. Мне нельзя, чтобы оно все детонировалось. Так, хэдкраб все ждет. Ладно, хоть полазь по этим штукам. Что-то, может, есть что-то? Это же что такое? Это винтовка обычная. Голяк. Так, ладно. Ничего хорошего. Опачки, вот мы. Помню, под Ипром мы неделями без боеприпасов сидели. Каждый патрон на вес золота был. Так как-то сыпятно становится. Они тут ходят, как короли прям. Фу, не заметили никого. Так, Рейнхард. Давай сделаем так, тебя быстренько. Через пару дней ты об этом и не вспомнишь. Это лучше. Токи подлечит и убегает отсюда. Блин, шальная не была. Горжусь тем, что сражаюсь за свою страну. 50. 50 всего лишь. Ладно, давай. Так, сохранимся. Надо перезарядить. Блин, еще и промазал, черт. В прошлый раз так классно попал на 85 урона. А сейчас промазал. Так, ясно, убегай. Да почему ты не пробиваешь, я не могу понять. Ты должен пробивать этот пол, блин, насквозь. Офигеть, красота. Сколько можно, не понимаю, блин. Все взрывать. Да если даже и взорвал все. Почему это? Ты что, плохо, что ли? Просто замечательно, я считаю. Ладно, Ахмед, тогда давай сам. Теперь буду еще опаснее. Так, Ахмед позаботился об этом упре. И попробует следующий выстрел сделать из базуки. Так. Хэдкраб, у тебя-то есть что-то? Да, у тебя есть вот такие вот штучки. Тут главное докинуть до этих панциров. Приказ понял. Ух ты. Вот чёрт. Не хватало, блин, этих дозорных. Еще и со снайперской. Черт побери, сколько тут проблем-то. Даже не знаю, как с ними всеми. 10%, давай. О, там даже не обязательно было попадать. Там просто надо было разрушить эту вышку, и он сам упал. Да. Он просто сам упал. Так, но зато я засветился, я там стою возле этих взрывоопасных штучек. Это меня чуть-чуть расстраивает. Качнулся у нас Рокко. Посмотрим, что он там может. Это умение повышает навык стрельбы на 10 при использовании пистолетов-пулеметов.
Так, ну, нам по этой линии нужно сюда качаться. Давай, забирай эту штуку. Знаешь, что тебе нужно? Грузовик. Да уж, точно. Метко сказал. Так, ну эти заряды довольно портативные, поэтому они обычные. Я думаю, с какой стороны лучше с тобой зайти. Да, в принципе, и тут можно так с этой байдой побегать. Токи тебя еще не видят, это хорошо. Зато, блин, еще один показался. Снайпер. Не видел его, не знал, думал, все нормально. Ладно, попробуем его снять, что ли. Да, блин. Это не тот чувак, с которым можно нормально снять врага. Так, ну что ж, еще раз 50% пробуем. Ну почему у меня все время патроны кончаются? Хорош, попал молчина. Да он когда ранен, он уже не будет такой борзый. А этот сюда шагает к моему хит-крабу. Спокойно, тихо, полегче, ребята. Так, с этой стороны Рокко зайдет. Снайпера бы убрать. Так, Рейнхарта, ну... Да, надо перезарядиться опять. Стрельнуть не получится. Не хватает заряда. Ладно. Про Хиткрабина не знаю как, но ты, наверное, будешь у меня с гранатой, с голой жопой на этого бежать. Хотя нет, я того и рисковать-то так не могу. Не могу, поэтому даже не знаю. Попробую, что ли, сюда, наверное, вместе с Ахметом. Беги сюда. Ахмед с базукой сейчас попробуют поиграть. А ну. Блин, не достает. Так, сохранимся и попробуем подойти поближе. Ух ты, а тут что? Это что такое? Это свободный панцир. Да, это свободный панцир тут лежит. Да, но сесть в него не получится. Хотя нет, кто-то может сесть. Интересно. Очень-очень интересно. 31. Да, но мне как-то надо убрать тогда этого с прострела, что ли, надо. Вот так вот. Вижу противника с аурой слабости. Так понятно. Что не такая уж и слабость у этого противника. Так, хорошенько прицелься и давай 64. Рубку я на тебя надеюсь, попади. Кобра 11! Вы меня слышите? Последняя попытка Кобра 11! Вы меня слышите? Начать процесс уничтожения объекта. Объект не должен попасть в руки врага. Всем покинуть территорию. Кобра 11! Вы меня слышите? Что это значит? Блин, они хотят подорвать опять это все. Так, а кто ж тут сидел в нем? Где трупак? Нет трупака. Блин, ну хоть получилось его, блин, оглушить полностью. Так, Гарри. Не знаю, Гарри, как тобой пользоваться. Ты сейчас мне абсолютно не нужен. Ахмед.
Хмид, ты выучил что-то новое. Это умение позволяет вступать в бой в пошаговом режиме без снижения эффективности на первом ходу. Это умение позволяет персонажу стрелять на ходу без снижения точности. Давай. На ходу стреляй. Достанешь? Нет, не достает. Если достает даже с фиговым таким... С такой вероятностью фиговой. Я вот что думаю. Я думаю, тебя... Блин, почему ты не можешь в него сесть? Хреново. Хреново, что не можешь в него сесть. Ну, с осколочной гранатки. Может, кинешь, не? Не. Так, задание. Оглушить руководителя фары и поднять тело, потерявшего сознание руководителя объекта. Блин. А с этим мне что-то надо сделать еще, по идее. Ляжешь, нет. О, вот в этом можно попробовать. Пробил. Блин, он реально его пробил. Кстати, легко ранен. Да, он пробил. Он куда-то попал именно в какую-то щель. По-любому какая-то дырка прямо, не знаю, в скафандре. Но то, что он его пробил, это круто. Значит, вот этого нельзя было пробить, а этих можно будет пробить пулеметом. Это просто замечательная новость. Так, что у нас тут? То мне здесь повышает шанс уклонения от орудия с поражением по площади. Это отличная новость. Токи, ты мне должен снять вот этого снайпера. Почему нахрен 4% всего лишь? 4-5. Ты какой-то не такой. Ладно, привыкай. Вижу противника с аурой слабости. Ни хрена не попал. Ладно, все, конец хода. Посмотрим, что они будут делать. Ух ты. Вообще пропало с поля зрения. Так, Рейнхард, ты у меня перезарядился, ты готов стрельнуть, давай, работай. Я еще молодой, есть чему поучиться. Ой, хорош, критически ранен. Ахмед сейчас, может, еще добьет его, что ли? Давай. Теперь враги меня боятся. Нет, все-таки не каждый, блин, выстрел пробивает, это фигово. Так, ну давайте этим попробуем приблизиться. Компрендеры. Приблизиться поближе, Рокко. Так, присядь пока что, подожди. Крабик. Думаю, что с тобой сделать. Я думаю, да, можно его гранатами закидать сверху прямо. С каждой новой войной я все лучше становлюсь. Да уж, ты уж лучше, точно. Так, ну выбегать, наверное, будешь. Ладно, сейчас выбегай. Кого-то там увидел. Ты его увидел, но ты ни хрена не докинешь на него. Да вообще, эта граната невозможно докинуть далеко. А эту? Блин. Так, ну эту-то сможешь. Охренеть, тоже галима кидаешь. Или просто не можешь вниз кинуть, ничего не могу понять. Ладно. Приступаю. Да тут есть, короче, классные панциры. Блин. Так, реально, иду я, короче, в эти панциры оденусь. Почему я раньше их не заметил? С помощью их реально можно победить этих узурпаторов молодых. Хватит тут с гранатой бегать. Гарри, ты бесполезен. Токи, пристрелил. Ух ты, пристрелялся уже 70. Удачно. Гарри, ладно, фиг с тобой.
меня не остановит. Нет, блин, Ахмета потерять нельзя. Блин. А, черт. Что же за непруха такая? Блин, это еще живой. Этот еще живой, как там. Где этот Рокко? 31. 64, давай попадай. Хорошо бы патронов. Кобра 11, вы меня слышите? Да. Начать процесс уничтожения. Я понял, ладно, после этого я сохранюсь обязательно. Второй раз уже с тобой не играться. Ахмед еще. Не знаю, не будешь ты, думаю. Не буду я тобой рисковать. Ты у нас тоже пойдешь в Панцеркляйн, сядешь. Я надеюсь, сядешь. Блин. Это мешает мне пройти тут. Этот краб тут мешает. Ладно. Теперь буду еще опаснее. Токи. 69, давай. Хорош. Все. Конец хода. Куда пошел? А ну назад. Козлы убегают от меня. Так, Хэдкраб, давай, давай, беги сюда. Теперь враги меня боятся. Так, вот в этот хочу, чтобы ты сел. Ахмед, вот в этот. Ух ты, ну давай. Они покажут. Так, Рокко, ты у нас перезаряжаешься. Скрываешь свою мордашку. Подбегаешь ближе. Иль немико. Что ж, попрактикуюсь. Попрактикуешься только на следующем ходу. А вот этот, в принципе, в этом может попрактиковаться. 59, 42, 59, давай. Я еще молодой, есть чему поучиться. Хорош, как он классно пробивает. Так, он так метко стреляет только благодаря тому, что у меня тяжелое оружие хорошо прокачано, по идее, да? Стрельба, метание, снайперская, скрытый медицинных перехват. Что же тогда? А стрельба 75. Стрельба 75, хорошо прокачана, да. Так, Токи, давай пробуй этого снять наконец-то отсюда. Может быть, застрелиться. Все, молоток. Блин, Токи тоже становится настоящим снайпером. На самом деле. Это не может не радовать. Так, кого он там увидел? А, я понял, не увидели моего. Злые. Так, Токи, 100% попадание, вообще красавчик. Так, я не знаю, мне надо как-то выбрать, куда попасть. Голову 41, что ли? Правильно или нет? Да, в голову попробовать. Так, что это у нас? Все свободное на прицеливание, конечно. Блин, ни хрена хорошего. Ладно. Блин, не хватает 4 активных этих поинтов. Я бы уже ему пульнул бы разок. Так, ну первый Ахмед, садись. Сделано. Ух, какой у него барабанчик такой. Ахмед сел. Так, я сохранюсь обязательно перед сейчас бойней этой, которая произойдет между этими панцирами.
Так, ну у этого оружия еще получше даже. Так, что тут? Только давай. Работать надо, и все будет отлично. Не попал, ну ладно, а ты? 2%. Давай в очередь, раз 2%. Блин, и ни хрена не пробивает. Пулемет Гатлинга, блин, да какой нахрен пулемет Гатлинга? Мне нужен был гранатомет. Эти-то козлы гранатометами херячат. Какого черта ты просто патронами? Ладно, хрен с тобой. Сейчас попробуем этими нашими пацанами. 73 давай. Пустяк, вот. А приятно. Вот что, блин, мочит их направо-налево. Что это вывалилось тут? А что такое? А, это ФВ-40. Блин, откуда у него там он в скафандре был? Интересный персонажик такой. Так, ладно, Гарри, ты бесполезен. Меня ранили, но это не страшно. Охренеть, он попал в Рокко. Козлина. А это что за... Блин. Рокко. Хорошо хоть без критических. Так, давай, ну ты сейчас просто обязан попасть. Как там тебя? Нет, сначала давай, давайте вот этими двумя пацанами стрельнем. Да. Сначала стрельнет хэдкрабик. Косой, как бычара. А, еще один разок получится. Косорылая тварь. Хрен с тобой. Так, ну Ахмед, может ты уже на этот раз, ну не знаю, как-то по теории вероятности попадешь все-таки. Теперь буду еще опаснее. Блин, так долго стрелять и ни разу не попасть. Да ты просто, не знаю, бесполезная тварь. Мне кажется, тут этот... Блин, надо убегать, кстати. Тут еще прибьют к чертовой бабушке. Перезарядимся. Так, тут понадобится Гарри. Гарри, давай. Спеши на помощь. Так, Гарри прибежит, Токи. Не знаю, Токи, может тебе попробовать стрелять в эту бочку? В эту бочечку. Давайте сохранимся, попробуем в бочку попасть. Мне нужны патроны. Блин, целился в бочку, попал в этого урода. А что тут за ухо такое еще? Откуда? Кто? Не понял. Куда? Что это за ухо? Там вроде этого снял с верхушки. Он что, упал еще живой? Где-то под землей вообще. Не, значит это не наш клиент. Рейнхард, ну давай. 52% ты должен попасть. Блин. Все, отбегался, родимый. Вот этот пацан попадает, а хэдкраб из панцира попасть не может, козлина. Ладно, подойдет. Приступаю. Да, не густо он ходит. Ладно. Пытается убежать от меня, не получится. О, куда этот побежал? Не трогай. Какого черта? Какого черта оно все взорвалось? Мне нужны патроны. Блин, что-то я что-то не понимаю. Надо перезарядить.
вообще в этот раз не попал. Почему оно взрывается? Почему там кто-то взрывает эту хрень? Ну, этот убегает, ну еще. Что-то неправильно. Так, ну мне пришлось загрузить сохранение с того момента, пока еще не убитый вот этот вот чувачок, инженер Лев Кириллович Орлов, потому что по заданию после его уничтожения через 3 хода подрываются, короче говоря, все эти здания, и все необходимые документы, которые хранятся в этом здании, подрываются также, и поэтому миссия провалена. Так, мне предстоит сейчас нелегкая задача, оставив в живых вот этого Орлова, уничтожить всех, пробежать вот сюда, вот в здание, тут собрать все документы, черт побери, только после этого усыпить вот этого парня в скафандре. Так, ну удалось мне тут 2 робота захватить, тут стояли небрежно. И я сейчас думаю, как бы это все организовать так, чтобы получилось все ювелирно. Значит, тут у меня пробрался Токи, чтобы снять этого. Вот тут вот есть снайпер, он мне мешает. Сейчас попробую его снять, тут просто раздолбить его кормушку. Вот. Хватает раздолбить кормушку, и просто тушка падает вниз. Это замечательно. Так, перезарядимся. Да, и посмотрим. Я думаю, как раз вот этим вот разведчиком я и побегу, быстренько заберу все документы, необходимые для меня. Это будет лучшим решением. Так, ну с этими ребятами мне придется танцевать. Не знаю, тут какие-то танцы с бубном, отвлекать. Мне нужно, чтобы вот этот вот Орлов как-то сюда вот отошел, черт. Я не знаю, как его заманить. И вот параллельно надо вот этого уничтожить, парня. Хэдкрабик, что ты скажешь? О, кстати, Хэдкраб может поэтому лупануть. Давайте попробуем. Надо перезарядить оружие или сменить. Ясно. Просто криво это сделал. Так, этим я хочу подняться наверх, не знаю, может удастся как-то лицом поторговать, чтобы на меня сагрились. Ну, насколько я помню, эти панцеркляйны от ихних выстрелов страдать не должны, по идее, потому что у них тут разрывные какие-то патроны, гранатомет. Эти панциры, они полностью абсорбируют весь урон, поэтому я смогу как бы их отвлекать тут подольше. Хотя вот уже у Ахмета панцерклайн чуть поврежден, не знаю от чего, не помню от чего. Попробуем сейчас снять вот этого. Теперь враги меня боятся. Рож попал. Да, мне очень повезло, что у них нету таких вот панциров с этими бластерами. Были бы у них бластеры, они бы меня мочили бы направо-налево. Мне насчет этого очень сильно повезло. Но с другой стороны, вот у Рейнхарда, у него обычное, черт побери, пулемет Гатлинг обычный, поэтому он будет просто отвлекающим маневром. Так я думаю, только как бы это сделать, отвлечь. Ясно, будет расстреливать, хотя бесполезно, он же не пробьет все равно эти панцири. Ладно, посмотрим. Эти у меня будут стоять тут в отстойнике, они бесполезны сейчас. Ага, еще разок может стрельнуть. Хорош. Минус 1. Кстати, даже возможно подбежать, вытащить этого с этого панцира, наверное, сесть в этого же панцира. Тоже неплохая идея. Надо будет попробовать. А вот кем? Рисковать Гарри я не хочу. А вот, например, Рокко мог бы.
Да, мог бы. Не буду я им тратить время зря. Все равно, что комариный укус. Я думаю, в таком, блин, скафандре. Я здоровый, как лошадь. Такая царапина меня не остановит. Хорошо бы. Так, значит, Рейнхард. 2% всего лишь видимости. Очень плохо. Надо ближе подойти. Ой, Ахмед, ты что скажешь? 28 тоже не мешало бы поближе. Я еще молодой, ты... есть чему поучиться. Еще какие-то есть противники. Так, Хэдкрабик. Я вот думаю, Хэдкраб, как с тобой распорядиться. В принципе, с этой стороны ты мне бесполезен. Давай попробуем тобой как-то... Как-то забежать, оббежать. Блин, хотя нет. Пока что стой тут на месте. Рок побежит. Компрендере. Рок своей задницей будет рисковать. Гарри. Ой, да что ты говоришь? С пистолетика по панцирю. Не смеши мои, блин, бластеры. Что-то там сиранул разок, и всё. А этот успокоился, наверное, перезаряжается. Надеюсь, ну, подольше он там будет перезаряжаться, поэтому... Пожалуй... Теперь буду еще опаснее. Уже постреляю. Хорош, попадает, чувак. А ну, Рейнхард, 6% постреляй. С каждой новой войной я все лучше становлюсь. Короче, упорство и настойчивость, и результат налицо. Спахал тут всю землю. Документы что-то висят прямо. Как их забрать, интересно? Ничего не понимаю. Блин, в воздухе повисли документы. Так, ладно, разберемся мы как-то с этими документами. Я бы этого быстрее, но тут слишком много на технопути помех. Не буду я рисковать. Так, Токи. Давай уже что-то делать. Да, сюда можешь забраться? Может. Тут еще один, в принципе, еще одна вышка. Вижу противника с аурой слабости. Это я тоже надо как-то снести. Кормушечку. Так. Ладно, Гарри, тоже спускайся. Не нужен. И Хэдкраб тоже. Я передумал, да, тут лежать, но не от кого. Приказ хранить. Понял. Отбиваться тоже не от кого. Конец хода. Давай, близко подходи. Ой, да перестань ты стрелять из пистолета. Не смеши, блин, бабушку. Там ранен чувак. Да, чувствую, ранен. Так, Ахметушка, давай заканчивай с ним. Еще один выстрел и труп. Хорош. Это что-то еще выпало, блин, пулемет какой-то выпал у солдатика. От этого бы усыпить как-то, но не получится. Так, Ахмет, Рейнхард. В него. Надеюсь, пленных они все-таки берут.
пулемет Гатлинга. Тоже мне, блин, нашли, что установить на этого роботеха. Так, Токи, давай что-то думай с этим, что делать. Подбегай ближе, аж сюда прям давай. Вот так. Так, на следующий ход я, короче, полностью смогу расстрелять вот с этого даже. Да. Гарри сюда. Рокко, блин, Гарри спустился быстрее, чем Рокко. Сюда. Ахмед, не хочу тратить, блин, бластеры на этого дурачка. Наверное, придется. У меня еще есть перезарядиться? Есть. Тогда можно. Они все умрут. Эти бластеры, они вообще, блин, пробивают все, что угодно. Просто замечательно, я считаю. Да, и подойдем ближе. А еще один там сидит. Я здоровый, как лошадь. Такая царапина меня не остановит. Я здоровый, как лошадь. Такая царапина меня не остановит. Блин, после таких звуков я сомневаюсь, что там тебя что-то не остановит. Ну ладно. Токи, давай, короче, сделай решето с этой кормушки. О, что-то апгрейднулось. Надо посмотреть. 10 уровень. Вот, неплохое умение по площади. Так, давай. Давай по этому уху. Раз. Просто дорога к успеху. И все. Упала тут тушка. Хорош. Теперь тут уже посвободнее будет побегать мне. Этот отвлечен, в принципе, да. Крабик, убегай сюда. Я очень старался. Рокко, давай тоже рысцой, быстро. Сюда, сюда, сюда. Ахмед. Так, Ахмед, что бы тебе придумать? Так, это еще прячется там. Пистолетиком своим. Идем вперед в атаку. Работать надо, и все будет отлично. Так, ну все, в принципе, можно пропускать. Ой, блин, он опасно так стреляет. Тут заминировано нахрен все. Хреново он стреляет. Так, Рейнхард. А ну. Надеюсь, пленных они все-таки берут? Да нет, не берем. Фига себе, как его откинуло. Так, перевод, перевод. О, еще какие-то улики валяются, вижу. Ага, один тут валяется, один там чуть дальше. Не, почему чуть дальше, но ну, сверху где-то. Голяк, короче, какой-то. Крабик сюда рысцой. Приступаю. Рокко, так же. Так, Токи, бери автоматик, я думаю, сейчас твое время пришло вламываться сюда. Стоп, сохранюсь. И вламывайся. Так, что, тебя увидели? Нет, вроде бы не увидели. Не, вроде затемненный, да. Все нормально. Так. Нет, все-таки увидели, гады. Так, и как же... Ага. У
Ух ты. Ой-ой-ой, вот этот вот опасный чертик. Надо быстренько забирать свое. Так, секретный сурт. Обмен панцеркляйнов оказался значительно более сложной операцией, чем ты думаешь. Мы предложили немцам исходные прототипы, изготовленные здесь, в СССР. Покупатель, некий генерал, особого энтузиазма не проявил, в итоге от сделки отказался. Пришлось подыскивать ему более сговорчивого преемника. Генерал Мюллер согласился обменять нужную нам технологию на панцеркляйны, однако при условии, что будут производиться на немецкой территории с самими немцами. Другими словами, ему была нужна только техническая документация. В итоге Мюллеру удалось наладить собственное производство в своем центре военно-технического исследования. Так, а это? Блин, как это достать? Блин, ну реально висит там где-то на потолке. Как же. Блин, у меня же нету никакого там... И чё, это как-то взорвать надо, что ли? Или попасть по нему, что ли? Не пойму. Непонятно. Так, создание, посмотрим. Да, тут ничего нету. Так, если я сюда проберусь, тут везде забор, не смогу. С этой стороны тоже забор. Тут есть вариант проломить, хотя... А, можно открыть, да. Разведчик работает, разведчик в действии. Хорошо. Есть, капитан? Не напоролся на какого-то автоматчика. Так, Рейнхард... Так, тебе, конечно, без Ахмеда будет опасно сюда заходить. Ахмеду придется этого мочить практически в одиночку. Хотя ты будешь танковать, кстати. Да. Я вот стану вот за этим. Мои достижения преисполняют меня смущением. Прикроюсь этой штучкой. Так, сюда. Крабик тоже сюда. Гарри тоже сюда. Так, пропускаем. Будем надеяться, что тот урод у нас... Похоже, их не слишком хорошо учили. Это что там взорвалось-то? Чё, не понимаю. Все равно, что комариный укус. Ох, это сильно зашло, короче, в бочину. Неприятная штука. Блин, как же с этим бороться? А что тут взорвалось-то, я не понял. Хрень. Так, как бы этого усыпить, черт побери. Так, вот давай сюда вот за этого встанем. Их ферштеке! Вот сюда давай. Смотреть сюда. Так, Ахмед. Ну, Ахмед, что, сюда, вперед. Как скажешь. В спину только сейчас начнем долбить, это будет очень неприятно. Главное, чтобы не было критически неприятно. Приступаю. Токи, как только ты найдешь все нужные документы, моментально, блин, я тут всех убиваю, чертовой бабушки. Так, а тут нету двери, да? Кстати, тут дверцы нету, надо на самый верх подниматься. Вот аж сюда. Блин, далеко бежать. Это как сволочь, как-то снять надо. С волоту. Конфермату. Так, Гарри.
Так, ну и что, посмотрим, как он будет в спину долбить нам. Промахивается. Уже неплохо. Вот этот что там сидит, что-то ничего не реагирует. Сейчас мы его там вскроем отсюда. Давай, братуха. С каждой новой войной я все лучше становлюсь. Блин, он даже ящичек пробить не может. Да что же это за немощная сволота? Ахмед, ну хоть ты. Черт побери. Да что же непрух такая? Теперь враги меня боятся. Да уж, Токи, давай поскорее уже решай вопросы. Упорство. Дорога к успеху. Тут тоже все подорвано. Сверху. Снизу. Блин, я вот это не могу достать. Меня это очень сильно расстраивает, честно говоря. Так. Может, как-то можно пострелять в этот кусочек? Вот сюда. Я очень старался. Что тут мешает? Какая-то баночка. Приказ понял. Не знаю, придется, наверное, тут дырку делать, что ли. А не получится. С этой стороны не получится. А тут? Как-то же возможно эту сетку сломать? Я по-любому возможно. Блин, только мне придется пулемет выкидывать на время. Так, давай, дружище, подбегай сюда. Сейчас будешь кидать. У так. Меня спина болит. Да пошел ты со спиной. Тебя еще нормальную боевую ситуацию я еще не отсылал, так что. Нет. Игин. Не ссы. Так, все, посмотрим. Все равно, что комариный укус. Нифига себе, тут уже почти что панцерклайн уже грохнутый. Ха, я даже не заметил. Это начал стрелять, кстати. Так, ладно, пора, наверное, чуть-чуть. Блин, нет, опасно. Есть! А ну сюда. Теперь враги меня боятся. Так, значит, Ахмед, отходи сюда. Как скажешь. Разведем чуть-чуть их на выход первому. Блин, как мне это забрать, черт. Так, Рокко, может, еще разок попробуешь сбить? Как-то возможно это сбить отсюда. Не должно оно так висеть в подвешенном состоянии. Я забрать никак не смогу. Вот в чем проблема. Крабик, давай сюда беги. Кидай сюда. От такого даже мертвые проснутся. Хорош.